До единого дня голосования остается еще несколько недель, а КАИБы уже начинают свою работу. Правда, пока только в тестовом режиме. Электронное устройство проверяет не только на исправность, но и на способность распознать бракованные бланки. Этот КАИБ проверку успешно прошел, и уже 10 и 11 сентября он займет свое место на одном из избирательных участков Абазинского района. 10-11 сентября у нас на территории Абазинского муниципального района пройдут выборы Совета депутатов Абазинского муниципального района 4-го созыва, также выборы депутатов Совета Карапакского сельского поселения 4-го созыва и будут дополнительные выборы Совета депутатов Эльбурганского сельского поселения. То есть на одном избирательном округе будет замещаться один мандат депутатский. Между прочим, жители аула Эльбурган возлагают на эти выборы большие надежды. Серафима Шхагошева не пропустила еще ни одной избирательной кампании. Во-первых, считает это гражданским долгом. А во-вторых, ей не безразлично, кто войдет в депутатский корпус. Женщине хотелось бы, чтобы народные избранники были ближе к людям, слышали их чаяния и помогали решать проблемы. У нас какие сейчас проблемы? Тротуар сделали частично, и чтобы тротуар тоже докончили, хотелось бы. Там улицы у нас есть, там 2-3 улицы, которые разбиты после дождя. Тоже бы хотелось, чтобы нормальный вид, чтобы нормально было. Ну еще что там, воду поменяли, ну частично только поменяли. И хотелось бы, чтобы вот тоже от депутатов, чтобы тоже поменяли до конца аула, чтобы у нас была качественная вода. Жители аула Эльбурган надеются, что новый депутатский состав будет такой же инициативный, как и прежний, и нацелен будет на один результат – улучшение социально-экономической сферы не только их аула и района, но и всей республики. За последние 5 лет я заметила, что наши депутаты очень многое сделали. Это они построили новый садик, дом культуры. Частично поменяли трубы водоснабжения, сделаны тротуары тоже частично. Отремонтирована школа, так как наша школа была в очень плачевном состоянии. Благодаря депутатам и руководству республики наш аул процветает. Отметим, что выборы советов депутатов Абазинского района в этом сентябре – одна из самых крупных избирательных кампаний в республике, наравне с обновлением состава городских дум Черкесска и Карачаевска. Имена новых народных избранников станут известны уже 12 сентября, как и уровень явки избирателей Карачаево-Черкесской республики, который прямо соотносится со знанием жителей региона, важности их участия в судьбе родной республики. Дарья Назарова, Ливан Задзамия, Архиз 24.